Я придумала, как называется мужчина, который любит вас, спит с вами, но не дарит подарков. Так вот, дармоёб. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Тут я вижу, у нее уже мужчина есть, который, да, такой пушистый, который, да, котейка башкой. За пирожком ему нахрен она не нужна, что она там мелит, короче, да, ему похавать надо, и, в принципе, он прав, да. Ой, господи, даже не хочу это слово такое называть, да. Почему? Ну, они все практически все считают, что если ты ее поришь, значит, ты должен за это платить, да. А если не поришь, все, ты халявщик, как это так, господи. Когда же вот этому своему органу такому морщинистому цену-то найдете вообще? Вообще, она существует, эта цена, или нет? Из какого металла оно создано? Не знаю, он, оно, она, хрен, оно, скорее всего, да. Из чего оно создано? С какого металла драгоценного?